Давай, давай. Щупай его и угадывай, что там. Мягкая. Кики, ты где? Кикуся. Вот она такая сладкая девочка. А ты представь себе, сейчас какой-то откроется. Нет, не надо, потом мы не соберем. Доброе утро. Всех, всех с первым днем зимы. Сегодня 1 декабря, и как обещали, девочки будут открывать свои календарики. Каролина у нас тоже будет открывать. Ну-ка, давай, ищи циферку 1. Открывай. И что это? Это что, резиночки? И там? Еще? Хорошенько открыть надо. А тут... Что-то только она далеко... А, она упала, да? Да, она упала. Вылетела она. Сердечко какое-то. Ну вот, Каролине попалась резиночка с сердечком. Как Эльза. Цвет голубой. Все? Завтра откроешь второй номер. Да? Майка! Для себя нет, для тебя нет. Так, а Макс у нас открыл календарь, который я ему купила. Он открыл его позавчера. Весь, причем открыл его. Да? А теперь что ты будешь делать? А теперь он злится. Теперь он тоже хочет открывать. Бонь! Дай сюда. Дай сюда, говорю, дай сюда. Так, ну что, давайте открывать свои подарочки, которые вы друг другу... Да? Ксюш, там... Однёрочку, по-моему, она где-то... Да. Это первый? Да. Ну-ка, давай. Лёгкий. Я не помню, что мы там запаковывали. Как не помню? Как ты думаешь, что это? Это... Упаковка. Yeah. Ну, давай, открывай, посмотрим, что там. Ну, что за чехол? Я это не знаю. Единорог. Единорог. У тебя же такого нет. Нет, еще нет. Ну-ка покажи. Вот такой вот. So geil. Ну вот. Не за что, надо говорить, не за что. Не за что. Так, а теперь Ксюня открывает большой подарочек. Щупай его и угадывай, что там. Мягкая. Опа! Мы его еле-еле запаковывали. Эту печенюшку было очень неудобно запаковывать. Ой, прикольная? Да. Нет, не надо, Макси, нет! Нет, Макс, всего только по одному. Запашу. Вот такая вот печенюшечка. Бонни! Не надо. Бонь, а вот почему-то Бонни нравится ее грызть. Бонни, фу! Эту печеньку нельзя есть. Нельзя печеньку есть. Нельзя. Нельзя. А вот эти вот календарики девочки хотят, да, в лайки открыть, снимать в лайки каждый день видео и открывать в лайки по циферкам. Сейчас мы снимем видео в лайк. Да. Ой, тут что такое? И Маргарита будет делиться со всеми своими конфетками. У тебя еще шапочка здесь есть, смотри. Не буду делиться, это мое. Надо снять ее. Нет, я не хочу ее снимать. Почему? Так, ну что, все? Открыли? На, это теперь твоя подушечка, она будет на твоей кровати. Печенюшка. Мы сегодня хотим... Мы сегодня хотим поехать покататься на коньках, но если дождика не будет, дождик передавали. Самое главное, чтобы не было дождика, потому что в дождик кататься как-то не очень. По мокрому льду. Да, по мокрому льду как-то не очень кататься. Такая печенюшка классная. Нравится? Это моя печенюшка. Принеси мой телефон, она меня накрывает. Девочка. Ну, Ксюша уже видела эту печенюшку. Да? Но она просто не знала, что ее купим. Она и видела эту печенюшку. Да. Печенька. Печенька. У тебя вот эти буковки, ну-ка покажи. Ну, так не знаю, если видно. Да, видно. Очень круто переливается.
Телефончик где твой? Сейчас Каролина принесет. Ну, спасибо большое. Все. Оу, круто. Спасибо. У тебя стекло есть на телефоне? Заделочка. Черная. А у меня нет Заделочка. Стекла, представь себе, мне нужно стекло. Все, девчонки открыли свои календарики. Снимали видео в лайк. Если что, мама, ребят... Мама, дышу, шторка. Почему ты не 24? Кто еще не подписан в лайк на сестричек, вот они. Сестрички лайф. А? Почему это не 24? Папе, нет, пирог, что, а 24 вот это же? Почему а, ну нет? А, такая большая, ну не знаю. Шестерка. Да, тебе магнитофончик попался? Да. О, музыку будем слушать. Тут-тут-тут-тут-тут. Дискотека. Давай, Макс, ну зачем ты открыл свой календарь? Я же тебе сказала, два денечка подожди. Два денечка. Сейчас бы открывал со всеми. Вот видишь, на следующий год будешь умнее, да? Надеюсь. Прям такой нетерпеливый мальчик, а? Так, ну что? Я хочу еще. Ага. Завтра. Да, я тоже хочу еще. А у Маргоши попался вот такой вот шарик. Игрушка на елку. С пингвинчиком. Ой, там он крутится даже, смотри, видела, да? Вот. Вот так вот. Вот такая. От Пеппы. А мы тут балуемся с шариками. Говорим, как маленькие гномики. Да, Макс? Макс, хочешь как гномик поговорить? Да. Happy birthday. Спой, да, новогоднюю песенку спой какую-нибудь. Поете? Они поют. Какую песенку поете? Ладно, пойдемте. Это, в комнате убирать. Смотрите, ребят, на что комната похожа. А, мы хотим... Это Ксюшина, да? А, это канцелярия здесь. Там Ксюшина коробка. Так, здесь коробки. И мы сейчас хотим вот эту кровать соединить с Ксюшиной кроваткой. Да, придется вам вместе поспать. И все коробки нужно туда в угол, потому что они же не будут сейчас посерединке стоять. Они же мешают. Поэтому мы сейчас кровать переставим. Как и было раньше. Happy birthday to you. Еще один. Ребята хотят на Кики посмотреть, они давно не видели, переживают, все ли с ней в порядке. Все ли с ней в порядке, она вон дырочки там наделала. А что такое черное вот это? Это какашка. Это она покакала? Так убери. Кикуся накакала. Так, убираем коробочки. Она там, она, наверное, вон там под поилкой. Да, да. Либо под сеном, либо под под поилкой, скорее всего. Это надо не убирать. Какашка, это моя штука. А, так убери. Не какашка. Кики, ты где? Кикуся. Вот она такая сладкая девочка. Вот она такая. Здесь то вы меня разбудили. У меня сейчас только тихий час. Когда папа ой, такие глазки сразу узенькие. Вот она, наша девочка, все хорошо у нее. Ой, такая. Ой, у нее там за щечками что-то, я чувствую, тут когда да. Глажу, да? У нее еда за щечками. Она себе соберет полные щеки, а потом... Ого, до сюда! Да, а потом спит и кушает там внизу. Нет, не надо. Дай мне ее. Вот она, девочка наша. Смотри, какая у нее тут. Вот она, сладкая. Ну, не трогай. Да, вон у нее щека одна целая, полная. Кики. Девочка ты наша сладкая такая. Ты скоро переезжать будешь. Ну тебе-то все равно, в принципе, у тебя свой домик. Когда поговорит. Пью. У нее там еды хватает? Она эту камушку вообще грызет? Ну, наверное, не знаю. Ксюша вчера такой светильничек себе взяла. Как у Маргариты, только у Маргариты переключаются лампочки, ну, разноцветный свет у нее, с пультом.
А у Ксюши без пульта. Просто такая белая. Но у нее есть смайлики. Такие вот. И она может на батарейках работать и может от сети тоже. 24 дня осталось. До Рождества. А потом пойдет отчет до Нового года. Тяжелая? Как потом ее перевозить? Бонь, помогай. Бонь. Ну вот, все. Теперь так вот возводится. На время. Комната. Как и было раньше. Угу. Да, все. Можешь к коробкам ближе не взять, на сюда близко. Угу. Все. Все. Бонька, ты где будешь спать? Тут. Вот тут? Вы тут будете все вместе возле Маргариты. Все животные с животными. Все люди с людьми. Ну вот, все. Так. Здесь у нас игрушки, настольные игры. Угу. Твои штаны? А, это футболка. Ну, повесись, она мокрая, что сложила ее. Так, здесь пока мы оставим. Это у нас для слаймов. Так у нас лежать. Улица. У нас еще снег, кстати, не выпал. Нет, у нас еще снег не выпал. Вообще-то обещают завтра, но, знаешь, обещают. Там, может быть, немножечко посыпет. Угу. И все. Утром, кто, когда все это, спят. Это мы будем делать с вами, Тимария. Уже надо начинать, девочки. Да, это айсинг какой-то. Какой-то. Это, нет. А нет, не это слаши. А, да, слаши называется. Ой, я теперь хочу слаш. Мне захотелось слаш. Так, вечер перебираем, наши вещи постиранные. Мы купили еще вот такие вот шарики. У нас нет серебряных, у нас есть только золотые. Мы решили украсить елочку золотыми шариками, серебряными и розовыми. Но они такие розовые. Бледно-бледно-розовые. Мы их найдем? Найдем. Еще купили вот такие вот золотые шишечки. Елку в этом году мы немножко будем поздновато наряжать. Обычно она у нас в декабре уже стоит. И вот такая звездочка золотая. В этот раз она у нас будет после 20 числа. Ой, нет. Да, где-то после 15 числа. После где-то 20 числах. После 20. Потом стену надо будет покрасить. В общем, все, чтобы здесь белое было. Потому что стенка вон какая грязная. Всю квартиру не надо. Да, потом всю квартиру нужно помыть, потому что сюда к нам в эту квартиру наша бабушка переедет. То есть папина мама. Она живет сейчас на 10 этаже. И она спустится вниз в нашу квартиру. Ей не нравится так высоко жить. Поэтому мы для нее должны подготовить все, помыть хорошо. Ну, в общем, здесь вообще правила такие. Когда ты выезжаешь из квартиры, ты должен ее оставить. Да. Квартиру нужно оставить в таком состоянии, в каком она была, когда ты въехал. Обычно въезжают в чистую квартиру, в побеленную, в чистенькую. Поэтому мы должны ее побелить, помыть. О, девчонки, быстро на выход. Так, мы поехали. Коньки берите. Мама, мы хотим это. Что? Штаны? Да. Ну, переодевай, зачем ты так оделась? Одевай другие штаны. Не, почему? Что? Мы их с собой возьмем, эти штаны. Бери. Ты приготовила? Я не знаю, где они. Я тоже не знаю, где они. Так, все, поехали мы кататься. Ой. Первый раз в этом году? Да. По-моему, я разучилась. Нет, если ты умеешь на руках кататься, значит. Да, но это совсем что-то другое. У нас там не совсем. Да, ладно, выходи, выходи. Ну вот, дождик идет. Собрались кататься. Может, все-таки там нету дождя? Мне же надо будет кататься. Да. Мне нужно на прокат взять, я свои не взяла. А? Пойдем. Там нужно тюленя взять. Макс, не знаю. Вот здесь покатаемся, давайте.
Все, здесь будем кататься. Сейчас они закроются, ребят. Представьте себе, нам повезло вообще прям. Через 15 минут они закроются. Мы приехали. Раньше не было такого, да? Раньше было открыто до 11. Ну вообще так неинтересно. Тогда поехали в центр, да? Нет, там внутри. Ну что, накатались? Нет. Хорошо покатались? Да. Завтра поедем еще. Завтра на другой каток поедем. Не, ну странно, конечно, то, что они до 6 открыты. Может быть, то, что в воскресенье? Макс, у тебя сумочка такая крутая. Сумочек, привет! Ты соскучилась, да? Вот еще скучилась, моя Лёлечка, еще скучилась, она спала. Она хорошо так отдыхает, когда нас нет, да? Гонтик. Вот так, вот так. Так, ладно, давайте раздеваемся. Завтра пойдем кататься. Ага. Папа с работы приедет, потом пойдем. Привет, мой золотой. Ну, где-то часов 6, наверное. Перебираете? Да. Да, ты не раскидывай, а перебирай. Хорошо. Смотри, вон еще красные есть. У нас, оказывается, еще столько шариков этих пенопластовых. Только нужно их перебрать все, потому что так очень неудобно. Я не знаю, какие есть, каких нет. Смотри, как раз мне нужна это. Нам нужно зеленый новогодний, красный. Еще какой цвет новогодний? Зеленый. Что ты в нее кидаешь? Пина, пластовый. А ты представь себе, сейчас какой-то откроется. Нет, не надо, потом мы не соберем. Представь себе, откроется и все. И вся комната у вас будет пенопластовый. А белый, большие шарики белого отдельно. И маленькие шарики отдельно. Понятно? Это отдельно, потому что это маленькие. Перебрали мы, смотрите, ребят, сколько их. Как бы их теперь отдельно сделать, разделить? Чтобы в каждом пакетике каждого цвета. Есть у нас какие-нибудь пакетики? Нет. Как бы нам сделать так, чтобы было удобно? Да, 4. 4 оттенка фиолетового. Потом 1, 2, 3. Желтого сколько тоже? Еще размером разные. Все, не мешай спать. Мешает спать девочкам. Фу! Не мешай. Все, спокойной ночи. Смотрите, как у нас аккуратненько все по коробочкам. Ну вот так лучше. Правильно? Потерпите 2 недельки. 3. 2. Так, 3. 14 дней. Сколько это недель? Ну потом, с коробками? Ну, в общем, папа сказал, если у вас закончится до 14 числа, вы сдадите все тесты, если после 14, после 15 числа у вас вообще не будут никаких тестов, то он вас заберет раньше со школы. Получается, вы не будете ходить до 20 числа. Вот, и мы тогда раньше переедем. Пошли, выходи сюда. Ты не даешь девчонкам спать. Все, девочки, давайте, 10 часов уже, пока. Все, пока, ребят. Спокойной ночи. Пока, завтра откроете подарочки. Давайте. Все, ребят, пока-пока. Все, пока.